Партийные проекты «Единой России» — это планомерные программы, которые развиваются по всей стране. Ульяновск не исключение. Строятся школы, стадионы, функционирует школа грамотного потребителя и многое другое. Вчера вечером региональные кураторы партпроектов отчитались об их выполнении перед губернатором. Встреча с координаторами федеральных и региональных партийных проектов партии «Единая Россия» прошла в здании школы, которая как раз построена по одному из этих проектов. Сейчас в Ульяновской области действует 14 федеральных и 2 региональных проекта. Главная их цель, по уверению партийцев, исполнение наказов избирателей и повышение уровня благосостояния граждан. Именно поэтому все партийные проекты, реализуемые в регионе, синхронизированы с деятельностью органов исполнительной власти и встроены в государственные программы. Вы видите вот эту прекрасную школу на 1100 мест, которая была построена в рамках реализации партийного проекта партии «Единая Россия» в этом году. Нужно сказать, что сегодня реализация данного проекта идет полным ходом, потому что сейчас уже введены в строй две школы согласно данного партийного проекта. Кроме того, в начале года мы сдали замечательный детский сад на 280 посадочных мест. Стройки не только в Ульяновске. Дмитровград, Барыш, сельские районы. Многие могут похвастаться либо строительством, либо полной реконструкцией зданий и пополнением материальной базы. Еще один из самых востребованных проектов, ставший федеральным, но начавшийся в Ульяновске при городском контакт-центре – школа грамотного потребителя. Основные итоги следующие. Больше 17 тысяч консультаций было предоставлено жителям. При этом более 2500 человек посетили основную форму работы. Это все-таки семинары для председателей советов многоквартирных домов, для председателей советов территориальных общественных самоуправлений, да и всех желающих потребителей жилищно-коммунальных услуг. Это данные за 9 месяцев текущего года. Ульяновск в плане грамотности и гражданской активности в ЖКХ и благоустройстве – один из лидеров Российской Федерации. Координатор уверен – пока российское ЖКХ-законодательство еще не совершенно, поэтому в школе необходимость есть. Сегодня партия реализует в Ульяновской области 16 проектов, задача которых – предлагать эффективные пути решения наиболее сложных проблем и обеспечить устойчивое развитие на всех важнейших направлениях, которые волнуют людей. На встрече были представлены 4 проекта. Всего их в работе 16. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.